я решил вам рассказать и показать, что такое гримотерапия. Дело в том, что в центре красоты, Академии красоты, открылось новое направление – криосауна. Это когда вас лечат полностью. Сами понимаете, когда обычная сауна где-то 120 градусов тепла, да, то в криосауне все наоборот, до минус 160. И мы сейчас туда с вами, конечно же, отправимся, и я на себе попробую испытать целебное действие холода. Идемте за мной. Вот как раз к моему приходу меняют баллон с жидким азотом. Сюда еще. Отлично. Это вот азот. Мы его теперь загружаем. Ага, интересная штука. Вот он, жидкий азот. Теперь помещаем сосуд. Не так-то просто. Да, и господа, уже хорошие. Опускаем. Теперь он готов, да? Да. Я захожу туда, да, на 2,5 минуты. На 3 даже. Или нет? Сколько? Я сколько выдержу? Ну да, будьте уже, я вас выдержу тогда. Ну вот теперь я готов окунуться в криосауну. Разденусь, как мне сказали сотрудники Академии красоты, для того, чтобы не замерзли окончательно и бесповоротно ноги, вы должны одеть носки еще. Шерстяные. К этому случаю я взял это бабушкины носки. Носки. О, и ботиночки. Одеваем носочки. Одеваем вот такие бахилы. Я не знаю, как это называется. Зайти сюда, в криосауну. Мы готовы. Отлично. Все заходим. Я поднимаюсь на лифте. Вот как-то так, да? Угу. Ой. Ну, погнали. Ледяной горой айсберг из тумана вырастает и несет его течение по бескрайним морям. Такое одновременно и приятное, и необычное. 180 градусов, господа хорошие, если вы видите, да? 169, 165. Нужно где-то постоять около 2 минут. Могу сказать, что с ее изобретением было известно еще 20 лет назад и применялось в Японии. И только потом оно появилось у нас в Санкт-Петербурге. А в городе у нас, в Орехово-Зуеве, эта криосауна появилась здесь, в Академии красоты. Для чего это используется? Я стою сейчас в этой криосауне, меня обдувает холодный такой воздух, минус 167 градусов. Что происходит? Происходит резкая адаптация к вот этим условиям. Сжимаются сосуды на коже, соответственно, да, и увеличивается, что там увеличивается у нас? Кровообращение. Кровообращение, да, то есть получается некая встряска для всего организма. Как говорят некоторые, можно потерять до 2000 килокалорий за один сеанс, но это все ерунда. Вы теряете всего 150 килокалорий, но этого достаточно, например, если вы хотите просто похудеть. То нужно ходить, конечно, каждый день где-то около 10 сеансов. Так, что там у нас? 107, 101. Сколько градусов? 113. А где минус? Секундочки, вот на секунду. Стрелка зеленая рядом. Так, это вот осталось у вас еще минута. Ну, я себе хорошо.
хорошо чувствую, конечно, очень хорошо чувствую. Ноги у меня нормальные, между ног тоже все хорошо. Мне просто отлично. Так, если руки. Можно взять, дайте я попробую, я показать, что там. Что происходит? Происходит вот что. Улыбаются все. Ну, видно там или не видно? Особо не видно. Сейчас как мы будем задержим так. Сейчас две, одна задержим. Ага, господа хорошие. Вот в отличие, конечно, это вот. Посмотрите, что здесь происходит. Настоящий жидкий азот. Минус 170 градусов. Уверяю вас, что пельмени в холодильнике чувствуют себя гораздо комфортнее, чем я сейчас здесь. Но, тем не менее, ощущается полный прилив сил, некой такой вот, могу бегать, могу прыгать, да? Конечно. Так что, все очень замечательно. Фух. Но для получения стабильного результата, для того, чтобы вы стали себя чувствовать еще лучше, еще моложе, исчезли некие болячки, нужно посещать эту криосауну раз в день, 10 дней подряд. Вот. И тогда наступает эффект. И еще могу отметить, что подобную установку уже купила сборная нашей олимпийской для своих спортсменов. Их много таких установок, и поэтому, если куда они выезжают, допустим, на автобусе, такие мини-компактные криосауны у них есть. Так что будьте здоровы, посещайте эту криосауну в Академии Красоты. Отдельное спасибо и благодарность Наталье Карманской, которая и предоставила мне эту возможность показать вам и рассказать, что из себя представляет эта целебная, я бы сказал, установка.